Всем привет! С вами Некромаз. И мы опять играем Энтропию. В общем, я решил помайнить. У меня как бы есть там на 65 было пробок. Ну, я всего-то кинул две пробки. Вот. 57 бит еще, да? И вот что я нарыл свитстав. На пет и на почти 6 пет нарыл этого самого камбриза. Ну а теперь пойдем дальше. Да, побежали. Так, нам надо так бежать. Бежим. Да. Вы же соскучились по одному слову. Я думаю, что соскучились. Итак, заброс. Ой, ну вот, все обломали. Заброс. А тут рядом фруктики. Ха-ха-ха. Опсть. Собираем фруктики. Собираем свитстав. К вам вернулся тот самый некромаз, которого вы помните, да? Тот самый. Бежим дальше. Да, и музончик у меня такой. Под мой стильчик. Итак. Заброс. Так. В общем, как помните, мы ходили в пещеру не Макса, да? Я потом посчитал, что там как-то странно все получилось. Вроде казалось, что мы в минусе, но я потом посчитал, что там вроде бы вышло, что я там то ли 5, то ли 10 всего, 5 в этом минусе был. Но потом случилось другое. Я пошел на этих лонгу, так себе, постреляться на 25. И улетел минус на 14 пет сразу. Вот такие дела. В общем, вот так вот. Не любит она меня. Совсем не любит. Ну да ладно, давайте это самое копать, бегать, прыгать. Что там еще делать? Вы, в общем, устраиваетесь подобные. Там возьмите, не знаю, что, кофейку, чайку. Ну кто? Чего там, кто колоску, чего-то к этому всему, да? И наслаждайтесь зрелищем, если вам, конечно, это приносит наслаждение, если вам это интересно. А это что такое? Смотрите, какие прикольные. А это деревья, блин. Вот же ж, интересно, интересно. Так, я, как всегда, хотел бы порекламировать канал Мирор и Вежливый. Кстати, хочу еще напомнить, что у нас в субботу намечается поход. Но там вроде осталось всего-то одно место, по-моему. В общем, Мирора тоже там будет. Она, как знаете, стримит. Стримит в основном. Вроде там выкладывал немножко видео, но в основном она стримит. Про Энтропию, про Эмпирион. Кому интересно, обязательно заходите, смотрите. Классные стримщики. Это все. В общем, увидите свое мнение. Сделайте. Да? Ну и, конечно же, как я могу не порекламировать моего братишку. Геймер Ямато. О, у нас двойной клайм. Да. Блин, классная музыка. Так, у нас Листериум, и, конечно же, наверное, скорее всего, будет нефть.
Это потому, что я не сказал волшебное слово, да? А, нет, он Force Nexus. О, кстати, это хорошо. Это даже неплохо. Продолжаем наше, так сказать, извращение в энтропии. Если так можно выразиться. Извиняюсь. Пью. Привычка. Из Империона. Кому интересно. Я же в него играю. Нарыли что-то. Ну, пока, видите, падают четвертый и третий клаймики. Идем дальше. Так, теперь насчет моего, как бы, тут почему-то меня называют этим самым опытным майнером. Ребятки, я вообще не опытный майнер. Я просто люблю это. Но, честно, мне еще до опытного майнера расти и расти. У меня всего-то там 13 или какой уровень. Даже у Яматы больше. По-моему. Я так сказал, но не как бы не уменьшить это самое. Я имел в виду, что вот Ямато выше имеет, чем я. А не то, что он там какой-то плохой. Может, так прозвучало просто. Кому-то может такое и подумается. Я как бы, ну, раньше хотел чисто майном заниматься, но как-то мне... А у нас опять двойной. Но как-то мне вот это не особо получается, не знаю почему. А, блин, это что за неженька вылезла? А ну прячься назад быстро. Кому сказал? И опять мы не сказали. Волшебное слово, вот все из-за этой неженьки. Все он портит. Да... Вот наш клан, ух ты, мы нашли эти личинки. Вот так вот. Я, конечно, супер мало. Так, погодите. Малость нету. Жупенция немножко, это самое. Ну вы поняли. Побежали дальше. Так, напоминаю, с вами Некромас, вы на моем канале. И мы это самое играем энтропию, майним. У нас майн, да, типа. Типа на свитстав и Force Nexus. Да, что-то в этом роде. Пустичка. Побежали дальше. Место не буду говорить, но вы его и так знаете, это уже... Все знают, да? Когда-то это же было как бы секретно. Заброс. Да, вы ждали же этого. Или не ждали? Вот вы меня напишите. Свитстав пятый, о, это уже что-то. Начинает это самое. Погодите, ли мне там показалось? Может, третий? Ай, третий. Извиняюсь, ну, а меня, вы знаете, зрение не особо хорошее. Это поэтому. Бежим дальше. Ищем, чего не потеряли. А вдруг нам башня прилетит с Свитстафом? Давай будет прикол. Ой, блин. Продолжаем чудить. Заброс.
И, кстати, я хотел бы, чтобы вы написали все-таки под видео, как вам больше нравится, так как сейчас видео будет меньше про энтропию. И я переключусь немножко на другие игры, на другие проекты. Ну, я объяснял, по-моему, по чем причина. Как бы не имею я возможности, так как у меня, во-первых, очень дорогое лечение сейчас происходит. И это самое. А и кроме того, сами знаете, я не работаю, средств не имею, как бы откуда достать. Я пользуюсь только своими скоплениями на данный момент. Ну вот. Так что не забываем про донатную ссылку, если хотим больше серий. А так напишите, что вам более интересно. Майн, Хант. И будем как-то стараться снимать, не знаю. Ну, по меньшей мере, самой меньшей мере. Хотя бы один видос в месяц. Если же будет возможность, конечно, мы попробуем... Ой, это что такое? Камушки нашли. Мы попробуем снять больше серий. Все зависит только от вас. Да? Бежим дальше. Так, так, так. Так, про мероприятие я вроде сказал. Там одно вроде место. И надо иметь это самое. Либо калитрек 5, либо колоссус 6 и 105 патрончиков. О, опять все цвета. Ну, смотрите, как классно. Колесина-то как? Так, какой маркапок на свет став? Вообще. Ну-ка посмотрим. 119%. Бежим дальше. Вы не обращайте внимания, что я тут по прыгунчикам заделался. Прикольно же, да? Бежим, в общем, дальше, не паримся. Забрус. Ой. Забрус. И блин, еще 25 брызгов. Да вы шутите. Я ж с ума сойду. Пусто? Да не может быть. Да как же так? Да вы чего, очумели? Чего в армии? Где в армии? Какой в армии? Если не знаю такого. Эти кто? Кто у вас такой в армии? Объясните, пожалуйста. Да, ладно, не надо меня пугать, я и так пугаю. Так, заброс. Красивые камушки там впереди. Жаль, тут не Эмбрион. Так бы ресурсов набрал. Ну вот, и опять свитстав, да? Чё ты со мной делаешь, свитстав? Конечно, прикольное название. Свит — это сладко, а став — это как бы, по идее, рабочее, что-то такое. Персонал. Что-то такое. Если я правильно помню английский, может мой английский неправильный, я не знаю. Чё, бежим так сейчас? Прыгаем, бежим. И, кстати, у калитрека там будет чуть-чуть меньше это самое дамаг, чем у колоссуса. Не особо важно. Итак, у нас... Ой. У нас заброс. И что на барабане? На барабане крутится барабан. На барабане у нас Force Nexus. Третий клайм. Собираем. Ай, нет, у нас двойной приз.
5 листерин. Ой, извиняюсь. Побежали за домом. Чем-то меня накормили. Не тем. Да? Извиняюсь. Так, мы будем бежать сюда. 222. Увернуться. Вот так. И бежать. 888. Вот не надо шуметь, так кричать. Зачем эти звуки такие? Так, как видите, тут такса ноль. А? В общем, бежим. Ждёмся в лобби Хофик. Хотелось бы. Хотелось бы. Кстати, это самое, тут я как бы решил это самое, ну, как помните, я недавно глобал на это самое на Монри. И, в общем, я решил проверить все свои записи в Entropia Live. И что я выяснил, друзья, товарищи, что я соло Хофал 2 года назад. Вы представляете? 2 года назад. То есть вот именно когда были эти 2 хофа, моих самых первых, и все. Больше соло я не хофал. Я только думал, что я хофал. Потому что очень легко отличить эти самые, как бы, когда у тебя в Entropia Live, у тебя где хоф, там стоит такая самая специальный значок. У нас забрас. Такой кубок типа. Так вот. Я там думал, что я на Аркадии хоп поймал, оказалось, что нет. Это простой глоб, как оказывается. У нас опять свитста. Да? Продолжаем. Уже светает понемножку, да. Опять поворачиваемся на юг. И бежим. Вытаскиваем компуктер. У нас крутой компуктер. F-105. Бежим, бежим. Тут странные какие-то грибочки растут. Да. Заброс. Бух, как земля вздрогнула. Ух ты. У нас листериум. 4-й клайм. Пошли копать. Берем компуктер. За чуть-чуть. Забрось. Дальше. Итак, приближается точка. Ой,
как всегда, пробежали. Зебрас. Но где же мой золотой дождь? Золотого дождя нет. А где мой оранжевый дождь? Ржавый. Ладно, ладно, не буду я тут совсем уже с ума сходить. Бежим, надеемся что-то найти, да. Так, мы майним с вами по системе, как бы тут сказать, прямой линии. Да? Как бы. Ну, либо по-другому, как бы змейка получается у нас. Да, то есть мы идем вот по квадрату, вот так вот с одной. И так вот. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Да, вы поняли, в общем, не это самое. Меня сейчас это самое, мне трудно объяснять. Но вы, думаю, все поняли. Я вас верю. Так, у нас еще даже 17 бросков. Это круто. Круто, круто. Это тут-то. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Заброс. Пусто. А что это за ресурс такой? Не знаете, нет? Что это такое? Ой, блин! Ай! Ой. Это ж какашка. Как же я так? Ай-яй-яй. Я хотел маркап посмотреть. Это сюрприз для этих, как их? Как они называются? Для пиратов. Спешл. Посылка. Блин, спать хочется. Что-то на сон потянуло. Эма, что такое? Давай ты там. Включайте будильник. Пожалуйста. Да что это за будильник у вас такой? Кривой. Ладно, хоть этот свитстав. Да-да-да, я выкопал, я знаю. Бежим дальше. Заброс. Пусто. Бежим дальше. Заброс. Так, у нас клайм. Четвертый. Че это у нас? Камбрис. Так, опять на... И поворачиваемся. И бежим. Вытаскиваем компьютер. Бежим дальше. Заброс.
Костя. Посыпались пустыски. Пустыски посыпалось. Забрас. Опять пусто. Да что ж такое? У нас осталось 11 брызга. Давайте-ка забросим здесь и отойдем чуть дальше в ту сторону. Что мне не нравится, что тут так. Ну вот, так и сказал. Сразу он ушел. Пятый клайм. А вот как раз мы так и побежим. Побежим. Лолита. Лолита убила Фифокса. И поймала Глюбик на 55. Так, вот так сделаем, да? Бежим сейчас так. Ой. Не так, а так. Шурян. Бежим дальше. Призываем их богам тропи. Хов мы ждем. Забрось. Ой, мама. Не надо меня так пугать. Чуть не обделался. Что за такое? Что себе позволяете? Так, у нас 22. Тут что? 34, 37. 38. Это уже не очень-то хорошо. Походу нас майн поямел. И очень сильно, кстати. Кажется, мое счастье кончилось. Ну, это нам не привыкать, как вы знаете, да? Не первый раз и не последний, конечно же. Но это, конечно, немножко так, это самое, вы знаете. Там где-то что-то доскребется, да? Да, пробуем не унывать. Заброс. Но. Рожаю же. Ну да. Чего мы нашли? Ланориум Стоун. Что это такое? Опять какая-нибудь немаркапная фигня. Чего? Сразу все выкопал. Что это такое? Посмотрим. Ну да, я угадал. Ну, конечно, потом надо будет переработать, проверить. Бежим дальше. Вытаскиваем компьютер. Компьютер, сэр, компьютер. Компьютер, сэр. Вы неправильно говорите. Я хочу компьютер. Вот так вот. Пуф. В нос. Ты не спорь со мной. Забрас. Войнушка. Ну, опять эти личинки.
Фригулит. Фригулит. Что за фригулит? Чё опять какая-нибудь это самое? Ну это может и лучше, чем это самое. Так, бежим дальше. У нас осталось 7 рисков. Замерз. Белкар. Даже сколько ресурсов, уже 7. Так, бежим дальше. Вытаскиваем компоктер. Упс. Эй, да ладно. Это же разница. Забрас. Чё мы нашли? Белкар. Так, так надо получить, да? Бежим. Я хочу дальше бежать. Поэтому бегу так. Забрас. Поворачиваемся на север. Вытаскиваем компоктер. Бежим дальше. Замраз. Просто бежим дальше. Забраз.
Не замерз. Ну и у нас еще один забросик будет. У нас опять пустышка. Гудмен бьет не Максов. И он девастатор убил на 66 пет. Если я правильно посмотрел. Вот так вот. Ну, девастаторы это большие такие. Заброс был последний. Так, и чё мы нашли? Пятый. Крайм Ян Оре. Что ж, майник не суперский, да? Сейчас полетим, значит, сдаваться. Так. Блин, сиди, пока. Так, где тут терминальчик? И чё, смотрим, чё мы тут нарыли? Ну, я думаю, у нас минус где-то 35. Так, кто его знает. Так. Нет, как ни странно, вот это уже странно, точно. Как видите, мы даже на 5 плюсе по ТТ. А учитывая, что у нас свитстаф есть, Force Nexus, мы, конечно же, будем еще больше плюсе. Вот такие дела. Таковый у нас был майник. Что ж, с вами был Некромас. Мы это самое майнили. Сегодня мы играли Энтропию. А теперь пока-пока, до новых встреч, всем вам удачки, здоровечка, и увидимся в других видео, пока-пока.